10 дней провели в Советском Союзе премьер-министр Дании Йенс Отто Крак и сопровождающие его лица. В канун отъезда гостей на родину состоялось подписание совместного советско-датского коммюнике. Коммюнике подписали председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев и премьер-министр Дании Йенс Отто Крак. Визит господина Крага будет содействовать дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества между Советским Союзом и Данией.